всю жизнь, как бы сказать, сожалел о том, что родился в нищей семье. Сейчас я пришел к тому, что я безумно счастлив, что я родился в нищей семье. Не дай бог, я бы родился в семье мажоров. Каким бы никчемным и пустым долбоебом я бы сейчас был. Потому что все мажоры, которых я знаю, это реально просто конченые дауны. Потому что нет мотивации развиваться, когда у тебя все хорошо. Поэтому для своих детей, уже будучи богатым, я тоже буду выстраивать условия не очень радужные. Будет еда, будет кровь, но баловать никогда в жизни. Ну, вот такие его дела. Поэтому мое прошлое, оно просто, ну, феноменальное. Вы смотрите, да, кем я стал, как я рассуждаю, какой у меня образ жизни. Не могу сказать, что я им удовлетворен, да, я вообще никогда ничем удовлетворен быть не буду, но однозначно я живу гораздо лучше, чем мои одноклассники. И в плане здоровья, и в плане местонахождения, и в плане той деятельности, которой я занимаюсь. Да, у меня куча свободных.